Всем большой огромный привет! Я уже распаковал эту посылку, которая была на заставке. Вот. И так что сейчас я вам покажу те растения, которые ко мне приехали. Я безумно доволен и надеюсь, мое настроение передастся вам. Кто не знает, я теперь на Бусти говорю стоимость растений и даю ссылки на продавца и делюсь своим честным мнением. Это ни в коем случае не реклама. За растения я плачу. За услуги Почты России я также плачу. И просто вот такое маленькое нововведение. И, кстати, следующее видео у меня будет про дифферентисы, где у меня отрицательный опыт. Но, тем не менее, я им тоже делюсь. И также ссылочку на этого продавца я оставлю. Вот, чтобы вы, если кто-то вдруг захочет приобрести дифферентисы, лучше обойдите этого человека стороной. Так вот, про мои сегодняшние покупки. Прямо у меня, честно говоря, настроение улучшилось. И они, потому что потрясающие. Сейчас покажу. Смотрите, какой красивый каладиум. Обалденный. Я к нему присматривался, вы знаете, наверное, около недели. Я думаю, такой классный, такой хороший. Думаю, что-то никто не берет. Совсем люди заелись, такую красоту не хотят. Кто не знает, каладиум, у них ярко выраженный период покоя. Я уже эти растения содержал, у меня была целая коллекция. Я их выявил, и вот сейчас решил вот немножечко опять их себе, так сказать, приобрести. Эти растения можно содержать даже в открытом грунте, немножко в притененном месте, но на зиму обязательно клубни нужно выкапывать и хранить в прохладном помещении, но при этом плюсовой температуре, в темном месте, вот, до весны, до наступления теплого времени года. В общем-то, растения достаточно неприхотливые, но при всем при этом они очень декоративные, такие яркие, пестрые. Посмотрите, какие у них просто брызги на листьях, да, вот из этого яркого, такой как фонтан, да, своего рода очень интересно. Ой, я думаю, мне бы надо. Еще я заказал себе такие, знаете, с красной расцветкой тоже листьев. Вот. Но там не такие размеры, конечно. Там будет что-то такое маленькое, небольшое, объемное. Но ничего, вырастим. Так, куда ставить, я пока не знаю. Пока он у меня стоит просто на столе. Но я тут планирую 4-й, по-моему, альбом продаж создать. Так что немножечко местечко надо освобождать. Вот. Вот такой вот товарищ, посмотрите, ни одного листа не сломал, все упаковано было на совесть, в тубусах достаточно, ничего не шаталось, не болталось, то есть все было хорошо зафиксировано скотчем, грунт был зафиксированным скотчем, листики так аккуратно подсобраны, прям очень-очень даже хорошо, я доволен. В общем-то, не первый раз я покупаю уже у этого продавца, нареканий вообще нету, быть не может, так что... Вот такой вот каладиум. Второй просто бомба, пушка, ракет. Посмотрите. Замен. Это замен. Кто не знает, у меня живут на кухне три зами одного вида. Это четвертое. Но на кухне они у меня вот такие. Я их купил в одном горшке, все эти три, рассадил. Потом у меня были два раза траблы с грунтом некачественным. Они скидывали корни. Я их 100 раз пересаживал. Они то нарастят листья, то скинут. То опять нарастят, то скинут. И вот так вот мы уже 3, а может даже 4 года с ними живем, существуем. Но эти растения крайне медленно растущие. В год там 1-2-3 листа может быть. У этого около 20 листьев. Сколько мне... Вот этот ждать 20 лет, когда я могу такой вот себе уже прикупить. Вот. Но это в квартире они такие не быстрые. Может быть, это в тепличных условиях, либо в ваших конкретных. Они заколосятся. Я как только домой принесете, у меня все это очень-очень медленно. Что-то уже знакомая держит, она говорит, ну да, говорит, один раз в году по весне листья выпустят пучок, и все, потом весь год сидят до следующей весны. Вот такие. Это живые ископаемые. Этими растениями еще питались динозавры. Поэтому держать такое растение в коллекции чести подобно.
Его не размножишь особо как-то, не поделишь, ничего с ним, какой-то прибыли от этого растения, ну, явно не получишь. Даже если вот я сейчас эти по одному листу буду продавать, то хотя бы по себестоимости, как бы в минус не уйти с ними, потому что, ну, такое вот купить, я его как бы и купил такое, только рассадил и адаптировал для дома, ну, надо корни еще посмотреть. Вот, а тут прям такое вот чудо, ось, посмотри, тут прям стволик уже, и новые листья растут, вот они два, красавчика. Пересаживать пока что я не буду, обрабатывать как-то чем-то я тоже не буду, только визуально посмотрю, осмотрю и оставлю так. А вот эти вот сами свои из кухни, которые я вот сейчас их перенесу и пересажу по пластиковым горшкам, потому что в глиняных, ну это прям... мышцы качать тяжелые. Вот так, я прям за ней безумно рад, что я ее все-таки купил. Я смотрю, тоже, кстати, смотрел на нее, думаю, может, там несколько в горшке, а мне прям вот несколько не хотелось. Вот, потому что я помню, тоже моя знакомая тоже замя была очень красивая, такая же, вот прям точно такая же, даже чуть покрупнее, она мне ее не хотела продавать, как я ей только не намекал на это. А потом, когда я прихожу к ней в гости, опа, а ее уже у нее нет. Представляете? Говорит, а я ее продала. Я говорю, ну, вообще, говорю, красотка. Жалко, что не мне. Но вы знаете, если что-то хочется, судьба так или иначе тебе это в руки пошлет. Послала? Послала, моя любимая. Я безумно рад. Я безумно рад. Очень красивый тут у нее еще... И эти самые стебли даже с иголочками. Уже такая. С намеками на взрослость растения. Посажена она как будто бы, знаете, в такую кокосово-торфяную смесь. Вот, так что пока я ее оставлю. Потому что я пока боюсь. Пусть она вот эти вот листики нарастит до конца. А потом я тогда уже займусь пересадкой. Вот. Не надо спешить. То многие сразу, как только получат растение, сразу пересаживают там это, увеличивают горшки. Нет, я пока подожду. Никуда я не спешу. А вот мои два красавчика. Ну, это же просто восторг. Друзья, всем большое огромное спасибо за ваши лайки, комментарии. Пишите в комментариях, какие новинки купили вы. Насколько вы ими довольны, в каком виде они приехали. В общем, пишите, будет очень интересно, увлекательно все это дело почитать. И огромнейшая благодарность всем тем, кто поддерживает мой канал на Boosty. Спасибо вам отдельное, огромное. Кто хочет присоединиться, ссылочка будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.